Тысячную пару года зарегистрируют у отделе ЗАГС Могилевского гарвыканкама на этом тыдне. У минулую субботу тут расписалась 952-я молодая семья с початку 2021 года. Что до взрослого молодых, тут старейшему жениху все лето 78 год, а летость были молодые, яким значно за 80. Как поведомили у ЗАГСе, самой популярной датой шлюбу стала 17 липеня. У этот день расписаны все залы для регистрации брака. А у жнивни запотребована сярод молодых кожная субота. До речи, 23 червеня у Могилевском регионе отзначали День молодой семьи. У ЗАГСе с этой нагоды особливое свято – урочистая церемония бриллиантового веселья, коли супруги прожили разом 60 год. У нас двое детей, два внука. Один правнук уже есть, правнучка вернее. Вот так потихоньку и живем. 60 лет – это, вы знаете, что-то редко люди проживают. Проживают, но это редко. Это нас надо отметить. На церемонию пришли дети и внуки. Дочки Светлана и Жанна накрыли плечи батьков золотым шалем, как батьки и дали жили у счастья. Мы очень давно хотели что-то похожее вот, ну, отметить как-то, чтобы родители запомнили этот день. 60-годовый юбилей шлюбу – приклад и для молодых семьев. Анастасия и Евген Холодач уже 3 года счастливы разом. Мы растим будущее поколение. Как бы семья очень важна для каждого, особенно для детей. Когда дети растут в полноценной семье, окружены любовью, заботой. У межах Дня сям'ї Республиканского тыдню молоді на предприятии «Хімволокно» вы решили ушановать намагання молодой сям'ї. Сегодня выбрали одну из наших, такую, можно сказать, даже творческую семью, да, потому что мама журналист, папа работает в автотранспортном цехе, растят они очень хорошего маленького ребенка. Мама участвовала недавно совсем в конкурсе и выиграла приз. И вот мы сегодня эту семью награждали памятными подарками. 24 червня объявлены Днем Добра. Молодые люди примут удел у доброчинных концертах и акциях. Так само будет проходить и онлайн-челлендж. Необходимо в социальных сетках добавить свои добрые справы за опошний тыдень и позначить хэштег «Поделись добром». У Могилеве у 16 годин на пляцовце каля диагностичного центра стартуя областная доброчинная акция по сбору сродков на лечение 15-годовой девчины. Усе фарбы життя для тебе. Сергей Пеклин, Виталий Опсев, новини региона.